20 мая 2018 год, Харьков. Я думаю, масштаб мероприятия понятен. Но это еще не все. Там уходит колонна вправо. И потом еще на Сумскую, на Пушкинскую. То есть сейчас по всему Харькову вот такая вот движуха. Да, действительно интересно, сколько здесь сейчас человек участвует. Еще раз говорю, дождь вот речка прошел, и такой довольно-таки не слабенький. И никого не отпугнул, очевидно. Ну, то есть кого-то точно отпугнул, но все равно желающих хватило. Thank you.